Так вот, так никак не получается.
вообще А потом там зима уже, здесь минус 45, и полярные кута вот все время при свете. Я там жила 20 лет. Конечно, дайте, я ненавижу. Почему? Я там сидел. Я тоже. Очень страшный. На Малой Родине до 37 лет жил. Где жил? Нарвалинский. Ребят, спасибо. У вас там хотя бы солнышко. Спасибо. Там нет, там жесть. Ну ничего, я ж не навсегда, я помню. Можно на лето приезжать здесь, в Москве. Что, свой дом, мы не все лето тут Когда здесь такси уже стрело. Может, Господь Бог как-то поменяет еще все. Может, я хочу стабильности. Это разовое. Не рассчитываю. Я хочу стабильности, чтобы понимать. Что я, например, купила машину в кредит и не парюсь, что у меня в следующем месяце не было чем заплатить. Положу. Что у меня отпуск будет оплачиваться, что у меня будет там больничный нормально. Не пойду, конечно. В общем, не знаю. Что будет тоже? Да, в Калужской области. Но у меня брат здесь остается, с женой, с ребенком. То есть ты квартиру будешь? Они там будут жить. Ну, то есть снимать не будешь, отдавать наем, да? Чтобы какие-то денежки были. Они снимают, я хочу им наоборот помочь. Будет проще платить зарплату, да. Сам оплатить. Да, это, конечно. У них уже 30 тысяч месяцев будет у кого-то. В общем, посмотрим. Да, как и нет, последовательно посмотрим. 7-7, потому что я много вот так вот. Мне пришла ошибка, там определена, я не понимаю, что. По-моему, правильно взял. У тебя как телефон, не корпоративный. Нет, ну я не знаю, как. Вот, видишь, ошибка. Это все правильно. Да? Ну а что, доступная команда. Может быть, здесь пробел не надо было после звездочки ставить. Смотри, тоже скобки. После звездочки пробел поставили. Не надо было ставить? Я думаю, нет. Все, я с возником пишется. Да, я думаю, по пробелу зря поставили. Но если я правильно это поняла, попробую еще без пробела. В принципе, все правильно написано. А вот начать парковку. Начать парковку. Дес? Вот это, или наоборот, если остановить парковку? Я вообще не понимаю. Просто я такое смс отправила, я его знаю. Вот прям такой? Да, только без пробела. Я думаю, в пробеле. И прям вот надо платить. На этот номер Какой-то там все не разумно.
Сергей. Группы «Море». Сегодня мы присоединяемся к поздравлениям и поздравляем Вадима Манцева с днем рождения, и для него сыграем несколько наших песен. Thank you.
Полностью песня написана на слова Вадима Манцева. На гамаке. Да, 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 вот здесь не слышу. Помоги найти.
Слишком просто. Смотреть нужно.